Если я дерну этот рычаг дважды, особый сигнал сообщит мне, что я включил автопилот. Нет, правда, она едет сама. Если я хочу сменить полосу, мне не нужно смотреть в зеркало, сигнализировать или рулить. Нужно лишь включить поворотник. Если это безопасно, то машина перестроится. Включаю поворотник, чтобы вернуться на среднюю полосу. И... просто потрясающе. Все это означает, что я могу составлять свои важные послания на доске для рисования прямо во время движения. Потому что знаю, если машина спереди сбросит скорость, то я тоже. Если ускорится, то и я ускорюсь. Джеймс Мэй Кретин. Если честно, я впервые еду за рулем настолько расслабленно.